отличнейший день для того, чтобы немножечко полетать. Ха, как же круто быть драконом, тем более так. Я подрос. А, что? Так, меня кто-то зовет. Райм, да. Ты где? А ну, обратно давай. Что? Ты это, да, сейчас я иду. Я здесь, все, я тут. Видишь вот эту всю пшеницу? Нужно собрать до последнего кусочка и рассадить обратно за 2 минуты. Такая жара на улице. Ладно, хорошо. Что не сделаешь ради мирной жизни с людьми? Так, я им во всем помогаю. Они благодаря мне делают новое оружие и, в принципе, успешно таки живут. Райм, мне срочно нужно дерево. Наруби мне как можно больше деревьев. Посмотри, здесь весь лес уже просто вырос. Как же так, ты не следишь за деревьями? Я ведь тебя просила. Да, хорошо, без проблем. Правда, работы у меня очень и очень много. Как же сложно копать зубами. Лапки-то у меня совсем маленькие. Мне нужно 3 стака. Через где-то минутку, я думаю, ты сможешь с этим справиться. Все, я жду тебя. Это будет очень сложно. Рай, мне нужны немного твоей чешуи для своих новых мечей. Что? Ай, больно же. Ладно, хорошо. Уже ночь, как же я устал. Так, уже ночь. Почему вся пшеница не собрана? Плохой дракон! Ой, Райм, а как же деревья? Ты не срубил ни единого, блин, стака! Вообще-то у меня есть 7 дерева! Ну вот, ты, конечно, молодец! Дождь! Я же огненный дракон, мне нельзя быть под дождем! Вот и правильно, нужно было собрать пшеницу, это бог дождя на тебя проклятие подослал, понял? Это называется бог Авымбова, во-первых, а во-вторых, что мне теперь делать? Ну, так как мы приняли тебя как своего, так сказать, по нашим правилам, поэтому ты отправился в темницу. Что? Опять в темницу? Давай. Мне... Ай, больно. Эти мечи из моей чешуи очень и очень прочные. Ты забыл свою кровь, забери. Спасибо. Райм, что с твоей чешуей? Почему она больше не поджигает никого? Ай, больно! Я не знаю. Ай, видимо, это все из-за дождя. Так, ну-ка. А вы МБВ! Дождик, пожалуйста, пройди! Отлично! Все, теперь я могу пойти в темницу, да, верно? А может, все-таки не стоит? Нет! Ты же хочешь жить по нашим правилам, по нашим законам. Да, конечно, тогда иду в темницу. А это еще кто такой? Это Джордж, не трогай его. Ладно, хорошо. Привет, Джордж. Я не уверен, что я туда вмещусь. Господи, там вода после дождя! Ну, как раз давай сейчас попробуем. Сейчас. Опа! Давай, залезай! Я не могу, ай, больно! Да. Я туда не влезу. Так, ладно, план Б, пойдем. Блин, жизнь с людьми на самом деле очень тяжелая. И странно, они только меня сажают в темницу, бьют палками и заставляют столько работать. Ладно, возможно, это просто такой обряд посвящения, который длится уже пару недель. Вот сюда влезешь? Да, думаю, да. Отличное место. Да, здесь очень и очень просторно. Так, все, сиди там и не смей отсюда как-то выпираться, уходить, понял? Да. Если ты пытаешься отсюда сбежать, то казни не миновать. Голову с плеч! Да, веселая жизнь. Вспоминаю те дни, когда мы с Владом летали, делали, что хотели, было весело. Что интересно там с Владом? Может быть, он все-таки был прав насчет людей? Надеюсь, то, что я ошибаюсь. Пожалуй, немножечко отдохну. Эх, как же я устал тут сидеть. Может быть, все-таки попытаться отсюда выбраться? Вот тебе еда. Спасибо, да. Очень-очень вкусно обугленное мясо, как я люблю. Сколько, кстати, мне еще тут сидеть? Ёж, нам нужна срочно помощь Райма. Наш король где-то в лесу пропал. Его окружили волки, по некоторой информации. Что? Волки? Я могу ему помочь. Только выпусти меня отсюда. Ладно, а ты поискочу ходишь по улице. Холодно, иди домой, заболеешь. Я не могу вылезти, я слишком вырос. А так? Так, отлично. Я полетел. Где он находится? Неважно, найду его по запаху. Он где-то рядом. Эй! Дам! Я вижу тебя! Спаси! Они злые! Пожалуйста! Получайте! Дам, подойди отсюда! Да, бегу! Вот так вот! Получай! Ты че? Все, последний! Отойди! Отойди отсюда! Вот так вот! Быстрее! Воду! Как ты лучше? Как ты здесь вообще оказался? С тобой все в порядке? Райм, как ты выбрался из клетки? Тебя что, казнить? Нет, пожалуйста, я пришел спасти тебя. С тобой все нормально, тебя не покусали волки. Да, в принципе, все нормально. Отлично, я хорошо себя очень чувствую. Что? Кровь? А!
Да! Мне нужно его спасти. Так, ну-ка, садись на меня. Срочно, срочно нужно доставить его в деревню. Эй, люди, люди, идите сюда, быстрее! Вождь ранен. Что произошло? Вождя покусали волки. И кажется, ему плохо. Вот он. Мне кажется, ему нужна помощь. Ребятуйте ему ноги. Я не понимаю, для чего он брызгается во всех кровью. Хватит это делать. Реально хватит? Да перебинтуйте меня скорее. Ладно, надо что-то делать. Пошлите скорее, вот, вот сюда вот. Мне кажется, нужно, чтобы он лег. Да куда ты пошел? Вот в дом иди. Вот так вот. Отлично. Ева, ну как он там? Все плохо. С каждой минутой все хуже. Нужно искать помощь. Я не знаю где. Так, у вас есть доктор? Ну, лет 50 назад вроде бы был. Офигеть, а сейчас... отлично. И что теперь делать? Подожди. Райм, Райм, это из-за того, что он тебя посадил в клетку, ты решил его убить. Что? Зачем мне это делать? Это правда, да, именно так. Что, с чего вы это взяли? Вообще-то это звучит логично. Ты здесь новый, тебя заставляли делать всякие дела. И чтобы отлынивать от работы, ты действительно решил прикончить нашего вождя. Спросите у него, я говорю правду. Да он без сознания. Если ты ему не поможешь, то мы тебя казним. Ладно, но только как, я совсем ничего не смыслю в медицине. Но, кажется, Влад, точно. Влад когда-то давно был лекарем, еще до того, как стал драконом. Может, у него стоит попросить помощи. Но только где мне его искать? И вряд ли он сюда захочет прийти. Но у меня ведь нет выбора, да? Да. Ладно, да, мечи у вас из моей чешуи получились отменные. И бьют они меня очень больно. Тогда я полетел на поиски Влада. Неужели мне придется лететь за море? Что это? Что это было? А нет, дождь пошел! Черт, черт, черт! Влад! Дождь пошел, наконец-то Влад! Можно выйти! Что? Черт, черт, где? Помоги мне! Я в пещере. Райм, черт. Зачем ты призвал дождь? Я, потому что я хотел погулять. Слушай, я тебя и так оставил в живых. Так не лезь ко мне, отстань, иначе я тебя сейчас тут же прибью. Подожди, Влад, у меня есть небольшие проблемы. Какие же? У тебя же с людьми все хорошо складывалось, не правда ли? Да, действительно, но они немножечко сошли с ума и заставили меня работать, как будто я раб. Я же тебя совсем не предупреждал об этом. Ну что, ты сбежал наконец-то, понял все? Нет, нет, я должен помочь одному человеку. Дело в том, что он смертельно ранен, и только ты можешь ему помочь, потому что ты когда-то был лекарем. И ты правда думаешь, что я стану помогать людям? Пожалуйста, Влад, ты же тоже когда-то был человеком. Хватит есть песок. То, что я был раньше человеком, это не делает меня человеком, понимаешь, о чем я? Влад, пожалуйста, если ты мне не поможешь, они меня казнят. Что? Так пойдем разгромим их. Ты что, издеваешься, что ли? Там все очень сложно, и прошу тебя, как друга, помоги, пожалуйста. Я не знаю. Хорошо, то есть ты хочешь сказать, что мы сейчас прилетим с тобой вдвоем, и нас не возьмут, не скрутят и не будут использовать, да? Я даю тебе честное слово, после того, как ты ему поможешь, они сразу же тебя отпустят. Ладно, но это только ради тебя, не более. Подожди, как отменить дождь, Абамбуэ? Вот, Влад, мы почти прилетели, и давай быстрее, надеюсь, он еще жив. Вот бабахали тут неплохую такую деревеньку. Я им помогал в этом. Ребята, я прилетел, я здесь, ему не стало хуже. А как ты думаешь, же столько времени-то? Так, ну не наезжай на него, понятно? Ему надо было меня уговорить для начала. Я вообще-то пришел, будь поуважительнее. А, это же тот дракон, который пытался вас убить. Подождите, стойте, стойте. Нет, Влад, тихо. Этот дракон хороший. Он вылечит вашего вожака. И тогда он просто улетит. Влад, пожалуйста, помоги ему. Ладно, показывайте, где он там валяется. Вон там. Вытащите его, мы туда не проходим. Да, хорошо. Давай, выносим его. Выносим. Так, давайте. Кровяка сладенькая, вкусненькая. Нет, 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 нельзя есть его. Его есть нельзя. Все, разошлись все отсюда. Все, идите, делами своими занимайтесь, я сейчас разберусь с ним. Давайте, пока-пока. Ушел отсюда. Надеюсь, с ними действительно все будет хорошо. Папа. Вы слышали? Кажется, он сказал что-то. Ты помог ему? Ну, кажется, да. Правда, у него теперь галлюцинации, но это пройдет. Пусть поваляется еще пару дней и, может, станет лучше. Может, умрет. Что? Да, я думаю, что тебе стоит немножечко за ним последить. Хотя бы пару деньков, пожалуйста. Ты предлагаешь мне жить здесь? Совсем недолго. Хорошо, я требую апартаменты. Шикарные апартаменты. Могу освободить свою клетку. Ты живешь в клетке? Боже, неважно. Позор, драконий, позор! Влад, пожалуйста, будь помягче и вежливее. Они все-таки люди и немного боятся тебя. Хорошо.
Хорошо, все, я ваш на 2 дня. Буду за ним следить, за вашим вожаком, а вы, тем не менее, будете мне таскать еду. Все, это все, что я требую. Ладно, надеюсь, ничего плохого не произойдет. Прошло 2 дня. Кажется, вождь идет на поправку. Нужно проведать Влада. Так, надеюсь, ну хорошо обращаются. Блин, Влад, ты такой крутой. Ты смог вылечить нашего вожака, и совсем скоро он пойдет на поправку. Вот, возьми-ка кожу крокодила в честь благодарности. Ой, спасибо. Слушайте, люди, вы такие классные, на самом деле. Не знаю, что я вас хотел напасть. Я дельфинчик. О, Влад, это говоришь ты? Серьезно? Да, они у тебя классные парни тут все. Все такие дружелюбные. Да, особенно Ева. Очень классный парень, согласен. Парняга. Мы принимаем джакузи. Что? Так, я выздоровел, чувствую себя прекрасно. Смотрите, даже кровь не идет. Здорово, поздравляю вас. Знаешь, Влад, я тебе так благодарен. Ты хорошенький дракон, дай поглажу чуть-чуть. Давай, это я. Молодец. Так, ребята, смотрите, у нас теперь 2 дракона. Это значит, 2 раза больше сила, значит, 2 раза больше ответственность. Поэтому в клетку их. Что? 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 Влад? Клетку быстрее, давайте. Влад, отсюда! Ай, как же голова. Влад, очнись! Срочно! Выпустите нас! Чёртовы люди, я так и думал! Ловите там пару зарядов! Меня-то за что? Мне больно же! Да, что и требовалось доказать. Так, смотри, Райм, давай, выходи отсюда. Ты у нас хороший мальчик. Давай, давай, потихонечку. Я не могу. А тебя мы казним за то, что ты пытался всех нас убить. Что? Люди, вы неисправимы. Ну ничего, я выберусь. Подожди, но он же спас твою жизнь. Если бы не он... Если бы не ты, это ты сюда его привел. Райм, молодец, мы тебе даже медальку дадим шоколадную, чтобы вкусно было. Дракона, можно же шоколад? Ай, Райм, ты же обещал мне, что меня отпустят. А что в итоге? Меня убить собираются? Ну ничего, я-то выберусь, ты меня знаешь. Влад, прости, я что-нибудь придумаю. Так, Райм, так как ты огненный дракон, сегодня на рассвете тебе предоставляется честь сжечь этого убийцу-пожирателя плоти. Но я не хочу, и вообще... Но, если ты откажешься, то ты будешь сожжен вместе с ним. Ну нет, тебя мы заморозим. Отлично. Тогда у меня нет выбора, получается, да? Да. Так, а теперь все праздновать мое возвращение. Еще крови всем это оставшееся там было. Все, пойдем. У-ху! Все, наконец-то. Ура, пир. Что же делать? Влад, я не знаю, если я тебя выпущу, они нас найдут. Они сильнее нас, потому что у них есть мечи из моей чешуи. Они нас за 3 удара просто снесут. Райм, нам надо просто с тобой сбежать отсюда. Дальше мы что-нибудь придумаем. Я тебе обещаю, мы сожжем эту деревню. Нет, все-таки это плохая идея. У меня появилась идея. Ну? Ты помнишь, как скрафтить тот самый тотем? Ну, да. Да, помню. Это было давно, но я помню. Отлично. Тогда, если мы превратим их всех в драконов, они не смогут тебя казнить, потому что они будут такими же, как и мы. А вдруг они убьют нас просто или еще хочу... А, нет, они будут слабыми. Они будут маленькими и слабыми. Отлично. Ладно, Райм, поотвлекай их. Мне надо немного времени. Я сейчас крафчу и вернешься сюда 5 минут. Все, отлично. Так, ну и сейчас... О, Райм, смотри. Мне неохота ждать до рассвета, поэтому давай поджигай сейчас. Что? Подожди, но ты же сказал то, что... Я ничего не говорил, давай сейчас поджигай. Подождите, вы ели забродившие яблоки в курином бульоне? Это куда ты знаешь? Да, по тебе видно. Да, ну а знаете, мне нужно накопить немножечко маны, и тогда вот-вот... На ногу мою держи. Да, спасибо, очень приятно. Влад, ну как ты там, скоро? Все, выпускай. Да? Поджигай, поджигай, люди, давайте, поджигай. Поджигай. Подождите вы, прежде чем мы его сожжем, этого предателя, у меня есть кое-какая информация. Давай. У него есть древний артефакт, который позволит ковать такие мечи, что любого дракона снесет с одного удара. Это нам надо. Мы чуть его не сожгли, давай. Продемонстрируй. Так, ну давай, предатель, скидывай мне этот артефакт. На, держи, предатель. Фу! Смотрите, все, что вам нужно сделать, это просто нажать на пару кнопок. Да, тебе тоже срочно нужно посмотреть. Давай, так.
Отлично! Что? Отлично! Так. Влад, у нас получилось! Выпускай меня скорее! Все, ничего они нам больше не сделают! Что с нами? Даже яблоки не помню, это что? Джек продал нам тогда эти плохие просроченные яблоки, что ли? Нет, ребятки, теперь вы стали драконами. Посмотрите на себя. Такими же, как и мы. Но только намного меньше и слабее. Если вы хотите, чтобы мы вас всему научили, чтобы вы смогли выживать и стать такими же сильными и большими, то вам придется нас слушаться. Было щекотно, спасибо. Что нам теперь делать, дам? Что нам делать? Видимо, придется их послушать. Влад, отлично! Ну что ж, наступает новая эра драконов. Как летать? Всему научишься, сынок. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если бы вы хотели видеть продолжение выживания в деревне драконов, то обязательно пишите в комментариях. А с вами был я, Райм, и мои друзья. Всем пока-пока! Ай, где я?